Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play, а это игра под названием Бабка. Бабка ремейк. Это, короче говоря, Гренни ремейк версия. Я не знаю, чем она отличается. В отзывах отзывы разные есть, скажем так, и хорошие, есть, скажем так, и плохие. Посмотрим. Говорят, игра стала страшнее, но по факту я не в курсах. Так, значит, сложность практика. Средний. Бабка ставит ловушки, движется на скорости, возможно, получить бонусный день. Полы в доме могут скрипеть. Бабка подбирает предметы. Бабка немного медленнее, чем обычно. Бабка не расставляет ловушки, поле в доме не скрипят, можно получить бонусный день, бабка не подбирает предметы. Я думаю, что, наверное, мы поставим себе уровень сложности легкий, потому что практика — это бабка не дома, а средний — это все-таки уже для тех, кто с игрой знаком. Поэтому сначала начнем налегко, а потом посмотрим. Поехали! Чтобы быть тише, передвигайтесь на корточках. Хорошо. Графика... Ух ты ж. Ух ты ж. Ух ты ж. Ой, эти твои, серьезно, что ли? Так, настройки, управление. Чувствительность мыши на 0.4 поставлю. Вот так. Во, идеально. Так, shift есть? Shift нет. Корточки есть, корточек нет. Что-то шумит, но я не особо что-то слышу. Не понимаю, при чем тут зима. Это, знаешь, это начало восьмого резидента, по-моему. Village, да? Village 8 резидента. Это... Чтобы приблизить ЛКМ. Окей. Почему этот дом находится посреди леса? А почему ты находишься посреди... Твою мать. А почему ты находишься посреди леса? Скажи спасибо. Скажи мне, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Зачем ты находишься посреди леса? Где я? Ну, судя по всему, в том самом доме, в который ты попал. А что так темно-то стало? Она на новый... У меня так болит голова... А чё по звуку-то? Звук, кстати, есть, но я нихера не слышу. Записка. Ты не спишь? О, какие нежные сны тебе, должно быть, снились в моей постели. Извини, но мне пришлось оставить тебя одного на минутку, потому что всегда так много работы по дому. Я знаю, ты здесь ничего не понимаешь, и я должен сказать, что понимаю ваше беспокойство. В конце концов, ничто не может сравниться с ужасом неизвестности, верно? Позволь мне открыть тебе маленький секрет, мой дорогой. Я всегда мечтала о таком госте, как ты. Мой голод просыпается только на рассвете, когда свет дня едва начинает пробиваться сквозь оконные стекла. Это вопрос не этики или нравственности, а скорее кулинарии. Мой суп становится самым вкусным, когда... Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, верно? Я знаю, ты напуган. Ты должно быть напуган, но знай, что мое искусство — это не просто ужас, это искусство. Когда я буду резать тебя, я сделаю это с любовью, точно так же, как любая бабушка относится к своему внуку. Поэтому, пожалуйста, прими мысль о том, что ты здесь не напрасно. Ты послужишь великому делу. Мой суп станет таким вкусным, что его сладость будет ощущаться даже сквозь горький привкус твоего страха. Да пребудет с тобой моя любовь, мой дорогой. Серьезно? Так, бабка какая-то жесткая. Это все... А где звуки игры-то вообще сами, я не понимаю. Я слышу только звуки окружения, это нормально? Аудио. Все по 100. И чё? Может, надо чуть-чуть подкорректировать, чтобы что-то заиграло, заработало, нет? Непонятно. Нет звуков открывания ничего совершенно. Так, есть открывающиеся двери. А, вот, окей, какой-то звук был. Так, ваза. Как ее бросить? Г. И что мне это дало? Она даже не разбилась. Окей, она даже не разбилась. Ладно, пойдемте смотреть. Дом примерно такой же. Опа. Кажется, там дыра. В смысле? Подожди. Бабуля! Бабуля, спокуха! Спокуха, бабка, бабка, спокойно. Бабуля, бабуся, спокойно. Спокойно, бабусек, бабулек, спокойно. Да твою мать. Отстань, бабуля, прекрати. Тебе это не нужно, оно тебе не надо. Так, я схватился за провод, спокойно. Так, мне нужно куда-то спрятаться. Нужно куда-то спрятаться. Ну, дом похож... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дом похож на тот, который был в оригинальной версии, судя по всему. Так, гильотина, бензин. Бензин и гильотина. Для чего мне бензин? Бензин можно куда-то залить.
Бабка очень тихо, если честно, звук, наверное, надо прибавить себе на всю, во-первых, потом на монтаже его очень... 5 дней, окей, потом на монтаже его очень сильно надо будет выкручивать, потому что я ничего не слышу. Так, колесо, хорошо. У нас есть бензин, у нас есть колесо, мы можем уехать на какой-то тачанке. Я не гарантирую, что мы будем эту игру проходить полностью, потому что ремейк ремейком, но, судя по всему, здесь все примерно то же самое, раз уж загадки другие. Посмотрим, посмотрим, как это будет. Так, что это такое было сейчас? А. Так, бабка идет, хорошо. Как ее корежит, блядь. Че за страшные звуки такие? Так, нам нужно где-то определить какое-то место, рядом с которым будет склад. Допустим, склад будет вот здесь, рядом с гильотиной. Бензин полетел. Бабка где? Пойдем возьмем колесо. У бабки неебически хороший слух для ее лет, потому что она услышала, как... Так, колодец. Мне нужна ручка. Хорошо. Бабка услышала из дома, как в сарае шуршат банки, прикинь. А я с предметами бегать не могу? А, почему не могу-то? С колесом не могу. С бензином мог. Колесо это, судя по всему, для какой-то машины, чтобы мы отсюда уехали. А еще колесо загораживает половину экрана. Так, окей. Колесо, допустим, все будем складывать сюда. Бабка ходит где-то в доме. Так, гильотина что? Мне нужен арбуз. Окей, ему нужен арбуз. Так, ну давайте не задевать банки, а спокойно походим здесь. Так, это что такое? Это открывается? Етит твой мать. Это все надо открыть и все надо посмотреть. А тут ничего нет. Так, это что? Это спальня бабки? Так, закрою пока. Так, спуск в подвал. Хорошо, пойдем в подвал. Темно, без фонаря плохо видно. Так, и тут банки. Заперто с другой стороны. Блин, ну игра стала, по-моему... А еще колесо, хорошо. То есть мы должны собрать все 4 колеса, я так понимаю. Бля, как много банок она раскидала здесь. Она либо кормится одними консервами, либо я не знаю, почему так много банок. Так, это погреб, скорее всего, из самого дома, правильно? Ага. Е-пуш. Хорошо. Пушнули. Я помню это место. Я помню это место. Так, кусачки... Картина. Картину, кстати, можно собрать и что-то получить. Сейф. А, мне нужен ключ от сейфа. Ну, во-первых, от сейфа нужен пароль, скорее всего, а не ключ. Ну да ладно. Не будем сильно к этому придираться. Это место, я тебе реально говорю, я помню его из оригинала. Так, еще кусок картины. А это куда? Это выход. Так, я вижу молоток. Я вижу молоток. И больше ничего. Еще какую-то картину вижу. Блять. Так, ладно, молоток возьмем. Молоток возьмем. Бабка сейчас придет, судя по всему. А, где я сейчас? Ага, все, я понял, я на улице. Значит, делаем вот так. Молоток сюда. Возвращаемся назад. У меня получается одновременно только один предмет может быть в руках. Возвращаемся назад, берем кусачки. Так, бабка сюда, скорее всего, не пролезет. Во-первых, берем кусок картины. Давайте все предметы реально выкинем на улицу. Ага. Кусок картины. Давайте попробуем взять два предмета. Мне кажется, что два предмета взять нельзя. Здесь, конечно, хорошо, что слышно, что бабка ходит, но я не особо понимаю, где конкретно она ходит. Если ты соберешь все куски картины, то бабушка, возможно, даст тебе еще один день. Хорошо. А, мне нужен кусок картины. А, блядь, его сюда нужно было нести. Так, ладно, кусачки. Тогда придется кусок картины отнести сейчас туда. Ну, хорошо.
Короче, нам сейчас основное занятие это по всем локациям пробежать и собрать все предметы, которые можно собрать. И потом, когда мы это сделаем, мы уже будем понимать, что и куда примерно можно применить, чтобы что-то где-то каким-то образом задействовать и сбежать. Так, кусок картины понесли. Сколько всего кусков, я не понимаю. Там лежит один большой, у меня в руках один маленький, а это означает, что еще сколько-то кусков надо. Нам сейчас нужно выучить и выяснить строение дома. Тогда мы сможем спокойно от бабки убегать. Так, окей, плюс картина. Ага, значит, ну, короче, еще куска три, наверное. Ладно, пойдем попробуем выйти здесь. Ага, все окей, это первый этаж. Так, это что такое? Блять, банок-то реально сколько статус. Дверь откроется пультом. Хорошо. Пол на этой сложности не скрипит. Еще бензин. Хорошо. Относим обратно туда. Я, знаешь, вот мы сейчас не просто херней какой-то занимаемся, что бегаем туда-сюда. Я сейчас, бегая туда-сюда, запоминаю локацию. То есть я запоминаю пути отхода, пути прихода, пути захода, пути выхода и все вот эти вот пути, которые нам нужно запомнить. У меня теперь два бензина. А где колесо, кстати, еще одно было? Где было еще одно колесо? Блять, вот его я потерял. Еще одно колесо было по дороге из сарая под землю. А мы там, кстати, там же еще один путь был, по-моему, в подвале. Пойдем обратно в подвал. Бабка, наверное, по подвалам ходить не будет. Хотя, кто ее знает. Блядь, не видно ничего. Так, вот еще колесо. А, нет, нет подвала больше. Есть подвальная дверь, но она закрыта с другой стороны. Хорошо, берем колесо. Берем колесо, пошли. Он с ним очень медленно ходит. Так, здесь тупик, все, здесь тупик. Очень медленно ходит с этим колесом. Если я правильно помню, возможно, я путаюсь с какой-то другой частью. Ведь от частей бабок сколько было? Первая была, вторая точно была. Я точно улетал от нее на вертолете. Я, по-моему, уплывал на каком-то катере. Уезжал ли я на машине, этого я не помню. Но по ходу дела, если есть колеса, значит, здесь есть также и машина. Не понимаю, почему это колесо такое тяжелое. Он его прям еле тащит. Вот это что с шифтом, что без шифта. Все одна хуета. Ага. А что там было-то еще сейчас? А, ящик. Хорошо, что на этой сложности бабка не берет предметы, иначе она бы, скорее всего, могла эти все предметы забрать у меня и просто их куда-то унести. Пойдем по улице полностью прогуляемся. Пойдем посмотрим, что еще и где есть на улице. Во-первых, сарай. Сарай нужно осмотреть до конца. Сарай нужно осмотреть внимательно и до конца. Почему здесь столько шкафов, но ни один из них ничего не содержит? Так, это завывает метель, это не бабка. Спрятаться можно под кроватью. Так, еще одна ваза. Картина не работает, тут мы сходили. Все, хорошо. Значит, с сараем все более-менее понятно. Идем дальше обследовать улицу. Вокруг дома прогуляемся, посмотрим, куда еще можно зайти и откуда еще можно выйти. И, соответственно, после этого продолжим. Так, это проход куда-то на кухню. Окей. По-моему, блять, в какой-то части можно было выходить через окно. Так, бабка быстро бегает, нет? Пока не особо понимаю, как она быстро бегает. А! Твою мать, почему ты здесь-то пошла? Так, ладно, хорошо, выходит. Это что такое? Торговый автомат, мне нужна монета. Окей, запомнили. Есть торговый автомат, которому нужна монета. Здесь что? Ничего? Да, блядь. Как она страшно нагнетает атмосферу. Ага, окей. Вот! Машина, хорошо, нашел машину. Нет! Это тупик. Так, ладно, бабку обруливаю слева по борту. Быстро, опа. Опа. Окей, все четко, все нормально. Так, как обезвредить ловушку? Возможно, с помощью кусачек можно обезвредить ловушку. Это не факт, это не точно, но возможно. Надо проверить сейчас. Так, я пока спрятался. Бля, бабка меня видит. Ебать, она глазастая. Старая, беззубая, больная, но очень сильно глазастая. И очень хороший у нее слух.
Так, пойдем попробуем спрятаться в этот, в сарай. Вот сюда вот быстренько раз, и все. Если она пойдет, я ее замечу. Ну просто постоянно бегать и шуршать колокольчиком, это глупо. Его должно быть как-то можно было бы... Блядь, да серьезно, что ли? А, все, сюда она не может, окей. И она не уйдет, да? Уйдет. Она вышла из сарая или она здесь стоит? Давайте попробуем взять кусачки. Да, блядь, куда ж ты пошла-то? Мне надо, чтобы она ушла в дом. Так, все, она ушла в дом. Окей, давайте брать кусачки, попробуем отколупать проволоку. Блять, она выходит назад. Нет? А, можно просто снять. А кто знал-то? Так, ладно, кусачки назад. Теперь погнали в гараж. Вот где-то здесь в оригинале можно было вылезти. Именно прям из дома на улицу. Там был какой-то выход. Здесь пока я ничего не вижу. Так, вот, собственно, машина. Дед, почини машину, там не хватает некоторых деталей. И она не заводится, я потеряла все колеса. Также, может быть, машина не заправлена. Ебать, порося и убили, и распилили. Так, ну здесь нужны колеса, это понятно. Нужен бензин. Место для колеса, хорошо. Еще ме... Ебать, она как сюда попала-то? Мотор. Нужен радиатор, нужен, серьезно. Так, значит, все четыре колеса... Радиатор и бензин. Блять, ты чё? Нужны кусачки. Окей, кусачки есть. Это чтобы отключить какую-то сигнализацию, судя по всему. Пойдемте за кусачками. Короче, будем делать все, что делается. Мне интересно, если я бегаю, она меня слышит? Наверное, слышит. Все-таки я громко бегаю. Так, окей, остался еще один. Еще один, это что остался? Еще один щиток? Значит, кусачки надо пока выкинуть туда же, где они были. В принципе, можно... Блядь. А, она на сто... Подожди, она, блядь, то слишком глазастая, то не видит нихера. По идее, можно сейчас колеса начать таскать. Все-таки он с шифтом как-то быстрее ходит с колесом. Да, быстрее, но не очень сильно. Два колеса у меня есть. Значит, два колеса закрыты где-то еще в доме. Окей, есть колесо одно. Я пока не понимаю строение дома внутри. Как пройти в гараж? Что там на втором этаже? Скорее всего, еще есть чердак. Подпол мы, в принципе, осмотрели. Да какой, блядь, ставь колесо-то? Окей, плюс еще одно. Багажник, я так понимаю, мне не нужен. Да, все, я понял, что это за место. Бля, хорошо, что они добавили озвучку бабки. Это стало прям гораздо лучше. Гораздо понятнее, чем было. По-моему, раньше такой озвучки бабки не было, что он прям рядом с тобой. Так, давайте аккуратно кусок картины. Хорошо. Сразу отнесем куда нужно.
Ну, на легком уровне сложности самое оно. То есть прикол в том, что дальше вот эти сложности, нормальные, сложные, экстрим, это для того, кто уже знает практически. А, ты получил бонусный день. Всего 3 части нужно было. Хорошо. Хорошо. Так, окей, я получил бонусный день. Так, веревочку. Как? А, все-таки кусачки нужны, да? С помощью кусачек ее открывать. Пойдем, окей. Кусачки нужны для щитка и кусачки нужны для веревки. Хорошо. Я просто думал, что Е это отдельная кнопка действия без учета кусачек. Так, спокуха. Да я тебе, твою мать. Ладно, окей, пойдем в дом тогда сейчас. Нет, подождем вот тут. Она сейчас успокоится, уйдет. Здесь можно отсидеться спокойно. Она просто забивает хуй такая. Ай ты, короче, тебе потом попадешься все равно. Потом поймаю, как ни крути. Все, пойдем. На картах, на картах. Такое чувство, что когда он садится на карты, он прям ложится на землю. Так, кусачки. Ага. Нам бы, кстати, бензин-то тоже отнести бы в этот, как его, в гараж и заправить машину сразу. Потому что мало ли чего, у нас будет какая-нибудь миллисекунда, чтобы сбежать на машине, а у нас не будет бензина, и это будет печально. Я реально не понимаю по ее звукам, где она. Я понимаю, что она сейчас ходит по дому. А в каком конкретном месте, я не понимаю. Так, это сделали. Возвращаемся назад. Выкидываем кусачки. И, соответственно, несем бензин в машину. Карбюратор там... Что такое карбюратор вообще? Карбюратор это что-то из мотора. Вот, сам мотор на месте, я так понимаю. Так, окей, поехали бензин. У меня 2 бензина. Вопрос непонятно, почему их 2. Возможно, один бензин для лодки. Здесь же есть, наверное, лодка. А, блядь, тихо! Ну как же ты внезапно появляешься-то? Ох, ладно, окей. Стоим, ждем. Стоим, ждем, пока бабка уйдет. Ой-ой-ой. Она меня сейчас не заметила, судя по всему. Ага, ушла. А где, короче говоря, арбалет? Арбалет был. Что-то еще можно было бабку усыплять, вырубать. Это же тоже должно здесь быть, правильно? А, ее типа полностью надо заполнить. А нахрена полностью? Так, все, эта канистра пустая. Кину ее вот сюда вот. Запомним, что канистра есть в гараже. Ну, судя по тому, сколько я залил оттуда, мне еще либо одну, либо 2 канистры. Для полного бака. С другой стороны, нахуя мне полный бак? Я что, в соседнюю область собрался ехать, что ли? Мне же просто от бабки уехать. Так, окей, машина полная. Бак полный, хорошо. Закрой. Не хочешь, как хочешь. Так, бак полный, отлично. Еще нужен карбюратор. Руль на месте. А седло нужно? Сиденье. А как на него езжать-то? Нужно сесть за руль. Так сядь за руль-то, в чем проблема-то? Похоже, машина... А, нужно просто нажать на руль. Ладно, окей, ищем 2 колеса, ищем карбюратор.
Вот на каком сейчас бабка этаже? Я хуй ее знает. Так, картины не падают? А то мало ли. Так, ну она сверху, я так понимаю. Еще нам нужен пароль. Так, горит картина одна. Что это значит? Ага, это палевная картина. А, подожди, их вот как ронять-то. Может быть, из них что-то выпадает. Я сейчас пока кухню не буду обследовать, потому что сейчас бабка придет и будет меня напрягать. Так, она уже идет. Просто я не уверен, но, по-моему, за картинами что-то может быть. Так, ну здесь вроде ничего, окей. Ага. Так, что такое? Отвертка какая-то лежит. Блять, отвертку возьми! Едит твою мать. Отвертка уезжает просто. Как так-то? Ты же тут только что была! Картины назад повесились. Окей, отвертка. Так, бабка вон стоит, окей. Отвертка, для чего она нужна? Возможно, отвертка нужна вот здесь где-то. Дверь. Нужен мастер-ключ. Нужны кусачки. Кусачки для чего? А, окей, чтобы отрезать замок. Так, здесь что? Здесь нужен какой-то пульт. Отвертку нужно вынести на улицу. Погнали через гараж. Через гараж это самое безопасное место сейчас. Самый безопасный проход. Все у нас лежит в одной кучке на улице. Вне замкнутого пространства. Это очень удобно. Так, молоток, кусачки и отвертка. Пойдемте кусачками сразу перекусим. Все, что знаем, делаем сразу. Чтоб потом все это дело у нас в голове не застревало. Потому что чем больше застревает в голове, тем хуже. Так, окей, есть, я сделал это. Здесь нужен пароль. И ключ от висячего замка. Выходим на улицу, выкидываем кусачки. Я не буду хранить это ничего в гараже, потому что гараж это замкнутое пространство, в гараже некуда сбежать. Так, окей, кусачки, молоток и отвертка. Все на месте. Еще нужен арбуз. Непонятно нахуя, но нужен. Нужна монетка, нужен арбуз. Нужно посмотреть на кухне еще все. Так, тут ничего, тут ничего, тут ничего. Здесь мы взяли отвертку. Ваза. Веревка не берется. Здесь что за странное место? Непонятное абсолютно. Бабка шароебится наверху, судя по всему. Так, пойдемте на кухню. Пойдемте на кухню, посмотрим что-то там. Там мы сейчас нормально еще не посмотрели. Блять, заметил. Ладно, уходим. Скорее всего, на кухне где-нибудь есть второй щиток. Не на кухне, а на втором этаже, я имею в виду. Не на кухне. Так, окей, я на кухне. Смотрим по ящикам. Так, хорошо, что это такое? Блять, банан. А нахуй мне нужен? Пицца. Эти ящики не открываются, это очень странно. Микроволновка пустая, ящик, ящик. Бля, почему эти ящики не открываются? Пицца захотелось. Нахуй я играю в эту игру? Теперь захотелось пиццы. Так, мусорное ведро. Оно не открывается и не переворачивается, но есть мухи. Вот это что-то странное, что-то подозрительное. Возможно, сюда можно что-то скинуть. Так, мне бы бабку... Ага. Окей, пойдемте потихонечку на второй этаж. Раковина, унитаз. Это что такое? А, монетка. Окей. Бля, то ли кишки, то ли какашки. Не особо понятно. Пойдемте применим монетку. У бабки реально просто... Это чисто по приколу газировка была или что? Или резкость стала резче, или мне показалось? Это ты, блядь. Что-то все стало каким-то резким, по-моему, нет?
Где она, блядь? Мне кажется, изображение стало прям таким резким, четким. Ладно, похуй. В принципе, мы можем ее обрулить, в этом ничего страшного нет. В любом более-менее... Да все-то каким-то резким стало. В любом более... Ага. Вот это нихуя себе прикол. Вот это меня заперли сейчас. Так, аккуратно уходим отсюда. А, да как так-то? Бля, бабка, ходящая на втором этаже, это прям плохо. Чё это такое? Пойдем за мной, пойдем на улицу. Я спокойно зайду на второй этаж, пойдем. Ага, пошли. А, ну в принципе она ходит с такой же скоростью, с какой хожу я. То есть бегом я от нее отрываюсь. Пешком она идет так же, как я. Все, окей. Бабку наебали, идем на второй этаж. Почему это мигает, блядь? Кто-нибудь мне скажет, нет? Оно никак не нажимается. Все, идем на второй этаж. Значит, здесь ванна. А здесь можно спрятаться, это нам не нужно. Здесь ничего. Да, блядь, твою мать, ты посмотри, а. Так, спокойно здесь. Это наша первая комната, мы здесь ничего не находили. Почему бабка постоянно слоняется на втором этаже? Мне это совершенно не нравится. Блядь, она меня заметила опять. Но она не дает мне спокойно коробку. Что там нужно было? Тихо. Открутите все винты. Все, окей, нужна отвертка. Идем за отверткой, погнали. Мне не нравится, что бабка не ходит по первому этажу. Она всегда на втором этаже, это стрёмно. Так, окей, где она? Когда входишь с улицы в дом, не видно нихера первое время. Блядь, тупик. Все, пизда поймала бабка. Ебать, сбежал, красава. Так, вот коробка. Ага. Нужно где-то спрятаться. Ой, да как же от нее съебаться-то здесь? Как же от нее сбежать-то здесь? Как сбежать-то от нее здесь? Как сбежать-то от нее здесь? Сбежать от нее как здесь? Да твою мать! Прекрати за мной ходить! Ну ты посмотри, она просто по кругу здесь ходит, и все. Блять, она пустая, что ли? Походу, она пустая. И что мне это дает? А что мне это дает? Ничего не дает и ничего не подбирается. Странно. Так, ладно. Да, блядь. Ладно, пойдем выбросим отвертку. Бабка маленько остынет. И вернемся сюда. Чё-то как-то странно. Я, по-моему, весь второй этаж обошел, по-моему, все обошел, а никаких колес больше и ни карбюраторов я ничего не нашел. И что-то ни дороги на чердак, ничего. Да, блядь, задолбала, бабуля, серьезно. Так, ну ладно, ну здесь мы все посмотрели, допустим. Пойдем аккуратно здесь все посмотрим. Опа.
ЛКМ использовать. Это пульт от двери на первом этаже. Хорошо. Здесь пусто, здесь пусто. Я не понимаю, для чего эта коробка нужна. Здесь я постоянно об стол спотыкаюсь. Антенна. Антенна. Опа, колесо, окей. Провал, значит, нужно поближе подойти, хорошо. Ага, арбуз, окей. Мы можем два предмета брать или нет? Так, окей, пульт я бросил рядом с дверью, потому что там ему самое место, там мы его будем использовать. Гильотина. Ключ от сейфа. Сейф где? Сейф внизу в подвале. Сейф внизу в подвале. Так, еще одно колесо, не забыть, валяется под шкафом. Еще одно колесо под шкафом валяется, не забыть. Так, вот сейф. Еще ключ. Мастер-ключ. Мастер-ключ это от входной двери. Это вот этот вот. Открыть другие замки. Хорошо. Блять. На полку. Так, хорошо, мастер-ключ стоит. Так, нам нужно наверх за колесом. Вот как колесо тащить сверху, я не особо представляю, потому что оно тяжелое, он с ним еле ходит. В принципе, его можно сбросить на первый этаж, во-первых. Да, блядь, где она? Где она? А здесь что надо? Кажется, там дыра. Ну окей, кажется, там дыра, да, там дыра. Так, третье колесо. Так, а кажется, там дыра... Бляха, да нет! Ну как обидно, сука. Ладно, но у нас есть дополнительный день. У нас есть дополнительный день. Хорошо, ничего страшного. Вопрос, где сейчас будет колесо? Там же, где я его выронил, или где? Забетонировали! Хотя бы камень. Как понять, блять, хотя бы камень? Какой хотя бы камень? В смысле, блядь, тебя забетонировали? Я не понял сейчас. Так а если у меня нет никакого камня? У меня кроме вазы здесь ничего нет. В смысле забетонировали? Как это работает-то? Че, блядь, за прикол? Может, под кроватью что-то есть? Да вроде ничего. Что это? А, это картина опять. Подожди, а так вот же камни-то. Так, это все? Камень, блядь. Прикол. Так, а вазу нельзя разбить? Походу нельзя. Так, вот колесо, окей. Ага. Колесо я скинул, все, это самое главное. Колесо я скинул, значит, я смогу его потом спокойно подобрать.
Ага. По идее, можно тем же путем сейчас выйти в гараж. Пока бабка идет. Главное вовремя дропнуть колесо. Ага, еще колесо, окей. Еще колесо. Так, за этой дверью, кроме арбуза, что-то было? Кроме арбуза здесь ничего не было. Так, ну нам обратно опять надо наверх. Обратно наверх и вот в эту часть дома. Блять, бабка пошла. А вот в эту часть дома я не пойду пока. Я потому что не знаю, есть ли там выход. Потому что если выхода там нет, то там будет тупик. И значит я заблужусь. А ладно, похуй, погнали. А, так это чердак. Блять, это банка. Так, это чердак. Это что? Это банка. Ага. На банке желать, блять, не наступать. Так, ну спрячусь пока, ладно. Спрячусь, посмотрим, как бабка придет. Нам не хватает карбюратора и одного колеса. Для того, чтобы уехать на машине. Либо нам не хватает гвоздодера, ключа от висячего замка, пароля и еще дохуя всего. То есть нам нужен карбюратор и колесо. Хорошо. Карбюратор и колесо. ТВ. Нужна антенна. Так, окей. Антенна у нас лежит на втором этаже. Блять. На втором этаже. Да ебать тут много всего. Ладно, давайте пошумим, зато спокойно проверим. Так, еще вижу колесо. Ебать. Так, ничего, ничего. Подожди, я могу это сделать ловушку? Ага. Отсюда колесо будет вытащить проблематично, кстати говоря. Очень даже проблематично будет вытащить отсюда колесо. Так, ладно. Опа, а что такое? Ага, окей. Опа. Спуск в ванну. Хуёво, я разбился. Я сломал ногу только что. Я только что сломал ногу. Теперь я не могу быстро бегать. Все, пизда. Здесь не было других вариантов, окей. Ха! Интересно. Я не могу дотянуться. Возможно, могут сломать быстрее чем-нибудь другим. Ну, бля, у меня другого ничего нет. Был бы у меня какой-нибудь молоток или что-то типа того, то, скорее всего, я бы сделал это быстрее. Допустим. Труба. Кнопка. Фонарик назад вернул. Окей. Лестница не работает. Это не работает. Так, это не ломается, это отпечаток. Эта цепь тоже не работает. Так, а что это за место? А, это место в подвале, которое было заперто с другой стороны. Все, окей, понятно. Трубу я тоже вытащу на всякий пожарный. Так, это у нас сарай, ага. Нам бы на самом деле бабку бы шугнуть сюда, кстати говоря. Давайте сделаем вот что. Блять, она меня увидела, ладно.
пошуршим, пошумим, а сами в это время быстро хуйнем в дом и попробуем вытащить колесо со второго этажа. Вот так я специально пошумлю и пойдем быстро на второй этаж. Точнее, даже не на второй, а на третий. Здесь главное банками сейчас не шуметь. Банок очень много. Так, антенна. Антенну взяли, сразу потащили наверх. Так, ТВ. Плюс антенна. Что у нас тут? 11.39. 11.30... Блять! Одиннадцать тридцать девять. Я иду в пол, чтобы банки смотреть. Так, 11.39. Если что, я сразу бросаю колесо и бегу на разворот. Ну, пизда. Ага. И на разворот быстро. Сюда по минимальной траектории. И потом отбегаем. Ага. Хорошо. Так, сейчас было бы неплохо скинуть его на первый этаж. Ага. Хорошечно. Окей. Все прекрасно. Так, остался карбюратор. Вопрос, где он? 1.39 пароль. Еще, кстати говоря, 1.39 пароль. Да, блядь, да алло! Окей, машина собрана. А, радиатор нужен. Какая разница, радиатор, карбюратор? А где я его, блядь, возьму-то? Это ничего, это дрель. Так, что у нас еще? 1.39 пароль надо ввести. Нужно ввести пароль 11.39. Окей. Так подожди, а кончились все эти, как его? Кончились все адекватные места, в которые можно сходить. 11.39 это пароль. А нужен еще, а может быть молотком можно сорвать, кстати говоря. Может быть, можно сорвать молотком? Почему, кстати, нет? У молотка же есть гвоздодерный наконечник. Надо посмотреть, есть ли он от этого молотка. Ну, по идее, есть. Пойдем попробуем. Ага. Ага. Остался ключ от висячего замка найти. Осталось найти ключ от висячего замка. Где он может быть? Мне реально бабка не дает просто второй этаж нормально осмотреть. Может, он, кстати, где-нибудь в бардачке лежит, нет? Это что такое? Лопата? Так, окей, где-то что-то можно выкопать. Пойдем искать. Где-то что-то можно выкопать. Значит, где-то здесь что-то есть такое, какая-то насыпь, которая, по идее, должна броситься в глаза. Которую должно быть видно. Вот она. Окей, и что дальше? Ага, это... Она не единственная, судя по всему. В какой-то из этих насыпей что-то будет лежать, по ходу дела. Так, ручка еще у нас от колодца не найдена. Это нужно всматриваться прям внимательно во всю эту хуйню. А все кончилось. Снег закончился. Где копать? Или я там что-то не заметил просто? Вроде ничего нет. Бля, ну не застревай.
Пойдем аж внизу что откопаем. Ой ты, блядь. Так, а бочки-то не работают? Но это место нужно только, чтобы бабку обрулить, правильно? Блядь! Так, это спрятаться, это не то. Нахуй так много пустых ящиков-то? Как вообще выглядит ручка от колодца? Да бля, бабка серьезно достала нахуй. Иду на второй этаж что-то проверять. Мало ли что-то я здесь где-то не заметил. Ищем аккурат. Опа. Радиатор! Хорош. Ебать, он тяжелый. Получается, мы сейчас можем уехать на машине. Получается, да. Все? Почему? Там не хватает некоторых деталей, и она не заводится. И я потеряла все колеса. Смотри, заправку мы сделали, колеса все нашли. Радиатор нашли, и она не заводится. Почему она не заводится? Нужно сесть за руль. Что еще, где я потерял? Машина сейчас никуда не сможет поехать. Почему? Мотор. Ну, в моторе ничего больше не показывается. Может быть, нужно открыть ворота? Но они никак не этуются, не нажимаются. Ну, я тогда не знаю. Что значит, похоже, машина сейчас никуда не поедет. Я нажимаю везде, где можно нажать. Чтобы уехать, мне нужно сесть за руль. Я начинаю садиться за руль. Похоже, машина сейчас никуда не сможет поехать. А почему? Может, реально нужно сиденье какое-то еще? Может, от нее нужен ключ? А может быть, кстати, нужно... Ой, блядь. Нужно где-то найти еще один электрощиток и отключить его, чтобы ворота открылись. Как, кстати, вариант... Открыть еще один электрощиток. То есть мне его где-то нужно найти. Где-то здесь на локациях есть еще один электрощиток, который я не вижу. Вопрос, где он? Давайте искать. Ну, скорее всего, он должен быть где-то в доме. Внимательно по всем стенкам нужно посмотреть. Блять, куча ящиков, все пустые. Это вообще гениально. А сколько у меня всего дней-то, интересно? 5 или 4? Или 6? Или сколько? Так, вот это тюрьма. Здесь вроде ничего нет. Все-таки нужно внимательно посматривать за этим. Мне кажется, все-таки нужно электрощиток найти.
Нужно внимательно посматривать под всякие комоды и под прочую хуйню. Бля, ну бабка, ну сейчас вообще не до тебя, иди нахуй. Бля, почти схватила. Почти схватила, хорошо, ладно. В подвале мы еще успеем посмотреть. И, вот серьезно, мне кажется, все-таки это ворота на электроприводе каком-то. Их нужно разобрать. Нужно сломать электропривод. Ну, пока бабка на улице, мы можем успешно пошататься по дому. И поискать еще один электрощиток. Он же, в принципе, выделяется. Его довольно нормально видно. Так, пила. Ну, вроде к ним никаких проводов-то нет. Но я все равно буду искать. Найти-то надо. Картины мы все роняли. За картинами вроде как ничего нет. Да бля, заебешь. Пока она за мной бегает, я ищу щиток еще до кучи. Ничего. Ничего. Бля. Ай, какая. Ну, возможно, на третьем этаже. Ну, пойдем сначала на второй. Здесь нихуя. Но ведь где-то еще какой-то ключ есть. Ключ я даже не находил и даже рядом не находил. Вот что это за коробка? Просто коробка, блядь. Для чего она нужна? Может, это какой-то баг или глюк? От нее что-то куда-то идет. Что за приемник? Вроде ничего не... А, я здесь-то, кстати, ничего не смотрел. А здесь нет нихуя. Обидно. Обидно. Ладно, пойдем сюда наверх. Блять, банка. А вот же еще. А что это за место? А, это где мы сейчас колесо находили. Срез. Срез от колеса. Вот здесь темно и очень плохо видно. Возможно, я здесь где-то что-то пропускаю. Ну что, прям видно реально хуёвенько. Может быть, где-то здесь щиток, нет? Ну не зря же сказали, что остался еще один. Что такое взаимодействие? Почему не взаимодействует? Толкнуть. Ага. Не взаимодействует. Так, ладно, здесь можно перелезть. Ну, электрический щиток... Блять, опять разбился! Электрический щиток в ванной такая. А когда это пройдет? Может, надо спрятаться и подождать? А пизда, вон бабка ходит. Сколько мне интересно ждать? Сколько? Сколько? Вот сколько? Ебать, уже час прошел. Уже прошел час. О, отошло. Отошло, отлегло. Где может быть еще один щиток? Это вопрос на миллион. Бля, где она? Я не понимаю.
У меня не разгадан вопрос с лопатой. У меня не разгадан вопрос со щитком. У меня не разгадан вопрос с маленьким ключом. Где это все может быть, хер его знает. Да, блядь, какими путями постоянно ко мне ходишь? Интересно, есть смысл, что я от нее дверь закрываю? Вот это что такое? Почему намекает, блядь? У нее звук, как, блядь, какого-то, сука, хищника и чужого вместе взятых, блядь. Так, вазы не разбиваются. Ладно, пойдем в подвал. В подвале нужно внимательно посмотреть щиток. Мне кажется, он где-то здесь. Я в прошлый раз невнимательно пробежал. Хотя бы провода, что ли, какие-нибудь шли бы от них. Хоть какая-то подсказочка бы была. А так хуй пойми чего. Ой, так, картина, записка. Это все нам не нужно. Я не знаю даже, я растерялся, если честно. Мне нужен мастер-ключ. Но мастер-ключ у меня есть. Ключ от висячего замка. Где он может быть, хуй его знает. Вот это что такое? Вот это куда идет? И почему здесь половина ящиков не открывается? Микроволновка. Микроволновки пусто. Я не думаю, что нужно заглядывать вот так уж прям туда. Это что-то... А, блядь, банан. А банан не берется. Почему он подсматривает? И здесь нет никакого действия совершенно. Это может типа как просто скример. Взаимодействие с чем? С часами? А что с ними взаимодействовать? В смысле, а какое с ними взаимодействие? Секунду. Трубой? А, ну типа может быть трубой их столкнуть, кстати, как вариант. Типа он не дотягивается, просто так же, как до кнопки в тюрьме. Нет, 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 это не так. А чем тогда можно взаимодействовать? Может быть, трубу сюда нужно, нет? Чем тогда мне нужно взаимодействовать с часами? Кусачки, отвертка. Давайте попробуем их открутить. Они не ходят. Может, в них кинуть надо что-то? Может быть, в них кинуть камень? Ну, блядь, а зачем там кнопка взаимодействовать? Может, молотком с ними взаимодействовать? Уебал по ним разочек, вот и все взаимодействие, почему нет? Бля, ну здесь нет кнопок никаких, кроме Е. Е, Г это выбросить, все. Вот это было обидно сейчас! Вот это очень обидно! Так, теперь я в сарае, хорошо. Теперь я в сарае. Так, молоток выпал около часов, запомнили, да? Молоток около... Так, еще раз посмотрим на выкопанную дырочку. Нахуя я ее выкопал, скажите, пожалуйста? Для чего? Может, надо копать дальше? Поглубже? Нет? Ладно, я, короче, сейчас побегаю, поищу, посмотрю. Если ничего не сделаем, значит, закончим на этом. Если что-нибудь сделаю, то значит... Значит, что-нибудь... Мы же, в принципе, уже практически всю игру прошли.
Осталось только где-то что-то еще чуть-чуть найти и чуть-чуть что-то подделать. Остальное, в принципе, все. Бля, ручку от колодца нашел на кресле. Она, короче, так приныкалась жестко, что ее просто не видно. Вот в этом, наверное, вся была загвоздка. Вот эта ручка от колодца, и в колодце мне сейчас что-то, скорее всего, дадут. Либо ключ, либо что-то еще, либо что-то пригодится 100%. Главное от бабки отъебаться и поднять что-то, что там в колодце. Или скажут, а у меня нет ведра. Ищи еще ведро. Я, короче, прошастал весь двор с лопатой. Я ничего не нашел, не знаю. Прошастал двор с лопатой, толку ноль. Да бля, бабуля, отъебись. Опять что через гараж ее гнать нахуй? Ладно, погнали через гараж. Может быть там ключ от машины или ключ от... Это у меня же по идее от центральной двери остался только ключ от висячего замка, и я по идее свободен. I am free, блядь. То есть мне либо ключ от машины, либо ключ от замка. Мне больше ничего не надо. Так, окей, поехали. Что делать? Что делать? Что делать? Так, я достал ведро, окей. Да какой колодец? Что там в ведре-то? Батарея? От машины, что ли? Ну, это аккумулятор, судя по всему. Но аккумулятор ставится куда-то... Бля! Аккумулятор ставится куда-то вперед. Подожди, если это батарея, куда ее можно еще примить, кроме машины? Батарея что-то питает. Может, к часам? Ну, логично, они без часов, без батарейки не ходят. А что за батарея? Куда ее применять-то? Может, к щитку? Я не понимаю. Вот. Блин, такая подставка незаметная, обосраться. Все, теперь можно ехать. Теперь можно ехать. А! Хорош! Красиво, поехали. Я еду. Да, я еду. Это не та страна! Вперед езжай! Поехали. Я сам управляю, окей. Хорошо. Car Ending Escaped. 4188,6 секунды. Сбежал, красава. Красава, а на этом, собственно, все. Вот такая вот, собственно, бабка ремейк пройдена очень долго, но что поделать. Ссылка на плейлист с остальными инди-хоррорами в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. Всем привет, шлифт ручка, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.